23 по 29 августа в районах Карелии возможны кратковременные отключения электричества. Энергетики готовят электросети к осенне-зимнему сезону. За минувшие сутки в Карелии COVID-19 выявили у 167 человек. Подтверждены 2 летальных исхода от коронавируса. Власти Карелии планируют запустить авиарейсы из Петрозаводска в Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Об этом сообщил в соцсетях Артур Парфенчиков в годовщину открытия нового аэровокзала. Житель Пряжи украл из дома соседа 40 литров черники. Часть похищенного он обменял на крепкий алкоголь. Остальное изъяли оперативники.